Так, народ, всем привет. Чё, продолжаем с толкач Аномали. Аномали плюс Expedition 2.2.1. Все. Ссылочка в описании на скачивание. Там же и видеоинструкция есть. Все. Давайте. О, здорово, бармен. Давай, что у нас в меню? Подожди, я выполнил задание. 6580. Работы еще есть. Еще. Рыжелес бандиты. Ну, не знаю даже. А что-нибудь когда-нибудь однажды встретимся с ним, да? Давай еще работу. Еще ничего не можешь предложить. Давайте, что-нибудь продать могу тут. Косяки эти забирай, покуришь там с кайфом. Части мутантов вот это вот забирай. Всякие котлы он не может купить у меня. Вот это давай забирай. Водички у тебя новых привозов там ничего не было, да? То у меня персонаж, знаешь, он очень любит пить. Очень. Спокойно. Чем могу помочь? Стой! Стой! Понял. А сюда можно? Выходи, не задерживайся. Так, я пошел. Слышь, я пошел. Давай, погнали. Че у нас там еще? Нужно продать АЕК. АЕК нужно продать. По квестам чё? Это понятно, но, блин, я вроде как на записи, я ж вроде ходил, с ним разговаривал, еще с этим, с неписью это и ходил. Вот мне нужно сюда еще попасть. Но это потом, на дальний рейд. Защита интересов. Ну, понятно, этого убить. Выжим лесу. Грязная работа. Подожди, это чё, один и тот же чел? У-у-у, братан, да ты попал. Да ты попал, слушай. Мне за тебя награду, по идее, два раза дадут. Если, конечно, тут в этой игре не предусмотрена такая, типа, антибаг-фича, я не знаю, как это описать. Просто мне два человека сдали на него задание. Он кому-то там явно очень сильно насолил. Ну, мне же и хорошо, да? Фух, давай, отдышись. Сейчас почти доперли этот калаш. Патроны, я не знаю, заряд от РПГ 7. Ну, перевес что-то прям вообще, да, такой нормальный. Безупречное снаряжение может столкнуться с одним или несколькими плохими патронами. Добрав нас основной части, последнее можно использовать для создания куда более хороших боеприпасов. Я вот не знаю, мне пока там их коллекционировать, там эти разбирать. Чтобы потом нормальные патроны себе сделать. Что у тебя за пушка там такая интересная? Ёпта. Понятно. Сейчас продадимся. Аптечек, кстати, надо бы прикупить. Мы там чуть потратились. С Да ты рассказывай, наемниками. с чем... Так. Па-па-пам. Давай прикупить, давай забирай АЕК. Глушитель вот этот вот. Патроны вот эти вот ненужные. А, это уже непригодные. Нифига себе. Вот это забирай, вот это забирай, вот это забирай. Что бы тебе еще отдать? Один из этих, не знаю, химсветов забирай. Так, вот это обязательно забираем, но тяжелое, но ненужное. Все, 18 косарей на базу. Просто 18 косых. Так, плюс 10 грузоподъемность. Ну там получше было. Сколько стоишь? 42 тысячи. Он там 60-ка стоит. Пу-пу-пу-пу-пум. Я даже не знаю. Хочу ли я на это тратиться сейчас? Наверное, не хочу. А у тебя прицелов, кстати, новых продажи не появилось. А прицелов новых у тебя продажи не появилось. 29-39.
Меня заебала эта куртка, ну честно. Блять, ходить там потом это переть, вот так дышать там тяжело. Ну, не особо хочется. Давай свою тут долговскую. Все, давай, меняемся. Сейчас надеваю такой и такой. Эй-эй! Так. Избавляюсь от нашивки. Так. Вот ты всякую хрень не покупаешь, нет? Слушай, а кому бы это продать все? Ну ладно, котлы, конечно, но... Так, патроны у меня хватает. На эту... Автомат тоже хватает. ПМГшки, дай мне, пожалуйста. Вот так вот. Хотя пятнашку, я не знаю. Господи, показалось, что они уже стали непригодными. Все. Все, 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 все. Давай, сейвич. Или груза почти нету. Так, подожди, у меня слот разблокировался. У тебя есть какие-нибудь там корсеты, там вот это вот? Шняга у тебя есть вообще? Таскать там побольше? У тебя нету. У бармена, по-моему, тоже нет. Но я увидел у кого там, у Сидорича, по-моему. Так, давай за медициной. Сколько у меня денег? 14 тысяч. Давай, давай, давай. У тебя завоза тоже не было, да? Па-па-пам. Ну что, на мужика, что ли, попробовать? Бинтов у них нету, блин, нифига у них нету. Ш, купи мне там всякие там таблетки кофеинов, там, вот эту вот фигню. Так, барвинок я себе оставлю, если не возражаешь. Ну все, живем. Ладно, я куплю, короче, у этого долгаша. У него хоть и дороже, но там, по-моему, на сколько там, на... Не намного, по-моему, дороже. Хотя бы одну, что ли, взять. Блин, бинтик тебя драный взять. Нифига себе ты. Вот это. Ну, короче, за что там отдал, зато и взял. Все. Так, задание. Дальний рейд у нас. Грязная работа, это понятно. Так. Быстро до тебя я не доберусь. Защита интереса. Ну, это сразу два квеста. Тлон против мости. Давай сюда схожу, короче. Блин, или в рыжий лес идти сразу. Ну, это мне как? Это вот мертвый город в рыжий лес. Главное, чтобы этот засранец, блин, не сбежал бы потом куда. Подожди, а где он? Грязная работа. Ну, я даже не знаю. Рыжий лес. Я где-то здесь, наверное, выйду, да? Ну, задания, блин, они в противоположных концах. Работа. Лапа все до гиганта. Ну, давай еще что-нибудь. Кордон. Давай. Еще работа. Еще... Не хочу с свободными воевать. Все, погнали, короче. На базу к свободным идем. Ты, может, задание дашь. О, а давайте сюда, на базу долго зайдем, и там, может, какое-то задание будет. Может, какое тут задание будет. Здорово, мужик. Время дорого, рассказывай. Да, нечего. Что тебе там рассказывать? Привет. Каковы нынче трудовые будни долга? Быть может, мне стоит что-то знать? Ты наверняка заметил, насколько у нас прочное, но одновременно броское и громоздкое снаряжение. Ну, заметил, интересно, почему бойцы в здравом уме идут в бой в черно-красном снаряжении. Я просто предлагаю тебе подумать, на мгновение задуматься, кто наш настоящий враг. Наемники? Нет, бандиты, всего лишь помеха, свобода. Они, конечно, опасные дураки, но все же не они. И даже не монолит.
Короче, про мутантов рассказывает. Работу дашь? Кладбище техники в Страке. Этой твари уже удалось забрать нескольких наших бойцов. На кладбище затемно. Отродье не оставит от него и следа. Ну давай. Нашивка бандитов. Я тебе могу прямо сейчас это сдать. Я выполнил задание. 6 бандитов. Один из косарей мне отвалил за нашивки. Ну слушай, нормально, мы еще заработали. А ты же ничем не торгуешь? Нет, ты же вообще не торговец. Нет, ты не торговец. А что тут у тебя есть? Просто спальные места, да? Ой, извиняюсь. Открыть дверь. Ничего у них тут особого нету. Ладно, не буду шариться тут у них. Вот опять он захотел кушать, сейчас он захочет пить. Давай. А, дух мщения. Это вот кладбище техники, это мне вот сюда, на кладбище техники, я понял. Давай там завалим. Сейчас как раз темно. Типа, как и попросили. Иди своей дорогой, Стелкер. Иду своей дорогой. Помнишь, как я тут пёр, а? Рюкзак забитый, там чуть ли не рвется уже, по швам не трещит, блин. А ты такой, иди своей дорогой, Сталкер. Чё, мужики, как оно? Так, обойти тут аккуратненько. Погнали на кладбище техники. Сейчас все сделаем. В лучшем виде. Так это получается. У меня сколько там было? 10, я помню, сколько он там? 6 просил или 8. Короче, от 2 до 4 нашивок у меня еще с собой есть, по-моему. Сколько их у меня? Одна нашивка осталась. Не угадал. Так. Где там? Вот здесь вот. Дух мщения там. Так, и звук, 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 звук. Потише, пожалуйста. Это, я так понимаю, мне вот этот лесочек, да? Ну, кстати, когда-то давно я тоже там играл в эти моды, и, по-моему, там должны, по идее, сидеть гавасиси. Ну, я их вот с этой фигней там замочу. Если никто не возражает. Судя по звуку, здесь немного фонит, но что-то так. О, лодька. Ах ты жопа, блин, кабани. Не справился. Ладно, давай еще раз. Это не считается. Кабанес там такой с подветренной выскочил, такой, эй-эй! Всем привет, это за Zepa Games, блядь. Так, опять музыка, блин, на всю играет. Эй, бесит. Так, ну с чабанами это шутки плохи, да? А что-то, кстати, ему вывело, так еще тоже нормально всадил. Ух, не подловишь меня больше так.
Где там эта свинья ходит? Мистер Свин. Вы же где-то здесь тусили, мистер Свин. Ну все? Нету мистера Свина больше. О-о-о! Подругу его услышал. А вон, кабанес. Блин, ну из-за этого прицела его не видно, блядь. Реально вот так вот надо его выстригать. Все. Кабанесса нету. Ну там плоть. Ну плоть вроде не опасна, она сама не кидается. Вот он жахнул еще аномалией. Все, короче, погнали. Нету времени на этих кабанов еще тратить. Ты ж подруг своих не привела, не? Так, ну тебя не смогу разделать. Давай я вот эту еще волыну перезаряжу. Так, у меня же там хреновых патронов не было, не было. Ну чё, охота на кровососов? Я не знаю, ночных. Мне ж точно на этот пригорочек? Мне точно на него. Ну чё, яйца в кулак? Ну там, конечно, плоть какая-то тусует, но на него пофигу. Калибр посерьезнее взял. Чтоб с прицелом, чтоб под бедра есть еще. Видите, как отлетает. Еще один! Пострелял, блядь! Живем, блядь, живи! Ну, одного-двоих я точно, по-моему, убил. 1, 2, 3 осталось раненых. Один нам точно видно, что раненый. Ух! Как же мне его забирать? А гранат у меня там закидать нету, да? И музыка еще орет. Давай еще одна попытка. Так, на плоть не отвлекаемся. Работаем по кровосисям. Давай, быстро к машинам. Сейчас сами подбегут. Или не подбегут. Так, ладно, мы их ранили. Здоровье есть, все красное. F5. Ну все, они там засели. Так, ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам-ба-ба-ба-бам. Не, он сейчас все, он сейчас уже дохилялся. И это кровотечка у него, короче. У него, короче, кровотечка. Ну чё, господа кровосиски, вы где? Я ни хрена не вижу. О, все, пошла кровотечка. Блять, еще и потемнело так, блин. Клин. Темно. Клин. Я в домике. Блин, а хули так темно? Слышь? Я думал, здесь как-то ночью посветлее. Я ж почему фонарь не покупал? Ни хрена ж не видно. О боги, блин. Что делать? Идти в кузов, блин, расстилать спальник и спать, блин. Вот что делать. Какую-нибудь машину, я не знаю.
повыше хочется забраться, вот сюда, я не знаю. Что это? Наверное, поломанные, да, боеприпасы? Да, это поломанные. Разобрать. Все, так, разобрал. Ёпту, а я еще и спальник разобрал. Ну, зашибись, блин. Как мне теперь, как мне вообще на YouTube снимать? Давай, короче, я сохранюсь. Запись сейчас прерву, я не знаю, дождусь утра, что ли. Когда он посветлее станет, потому что ни хрена не видно будет. Короче, продолжим с этого момента. Ну что, рассвет, выбора нет. И полетели. Дневная охота. Нахвасись. Сезон открыт. Че, давай, сейвик. Сейчас хоть что-то видно у нас. Мы с этими гадами, блин, почти в темноте справлялись. Так что я думаю, сейчас уж точно справимся. Это, наверное, пару раз придется отступить. Я не знаю. Попробуем. Сейчас налетят, блин, тут. Эй, эй! Быстро они, быстро. Так, ну пока трое только видно. О, я не знаю, за этот вес мне должны, ну, минимум 20-30 дать. Тяжелые гады. Короче, если сейчас дубль будет неудачным, то я его нафиг вырежу. Музыка. Давайте, подходите, что ли. Так, нахуй, валить, валить, валить. Ну все, и пиздец. Ходит там, блин, за яйца держится. Ходит там за яйца. Бо. Давайте. Еще раз попробуем для приличия. А че я мучаюсь, собственно говоря, да? Так, музека, 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 музека. Оба. Ту-т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 у. ФНчик. Так, ну чё, где эти кровосиськи, блин? Один готов. Убегаем, 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 убегаем. Валим, блин, со всех ног. Стамины нету. Стамины, блядь, нету. Вот так вот. Первый готов. Сейф. Сейф, 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 сейф. Перезарядка. Перезарядка. Давай. Вот так вот. Сейвик. Второй заход.
Нам еще двое. Интересно, вот это вот... Теперь бегом отсюда. Ах ты, задница, блин. Ах ты, задница. Я ж теперь вытеку весь. Я ж теперь, блин, вытеку весь. Так, все, одного уработал, собрался. Давай, папа-ра-па-парам-парам, папа-парам, папа-пам. Музыка. Музыка, 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 музыка. Сюда. Несложный засранца. Особенно, когда они толпой набегают. Один-то ладно, один не проблема, блин. Одного работать можно и без сейвов. Но когда этих гадов... Толпа, блядь, набегает. Валить, валить, валить и не оглядываться. Все, я в сейве. Перезарядка. Есть патроны вообще? А патроны-то на скак закончились. Ну, давай с РПК. Продолжаем, охотимся. Охотимся, мы охотники. Идем на запах. Еще один. Ну ты жопа с усами. Реально прям такая хорошая, такая добротная задница он с усами. Прям с усанин, я бы сказал бы. Давай, на мужика. Так, я лучше бегать не буду, чтобы этого не тратил ему. Замедление времени. Просто сосать, блядь. Как ты ж бесполезный этот кусок, блин, кровососа. Грязная ты, блин, кровосиська, блин. Где там твой товарищ, блядь, третий, который номер три, блин. Подожди, а где его завалил? Так, один тут. Этого я срезал. Один тут, один там. Один где-то хрен знает пополам, да? Где его завалил, блядь? Кто помнит? Так, с этого я уже пытался, он бесполезный. Овощ, я бы сказал бы. Так, ну явно не тут, блин. Ну и не возле машин, блин, тоже. Пока что вижу один. Там два лежит. Где-то тут. Ой, да их хрен бы с ними, а. Задание мы выполнили. ТП-шку не потратили, блин. Но мне придется потом монтажом, конечно, там много чего вырезать. Ой. Так. Ой. Извиняюсь, болею. Дух мщения. Это сдать квест. Выжигателя мозг найдется. Короче, найти хрень для выжигателя мозгов. Ну давайте на бар стопаем уже. Сейчас посмотрим, сколько мне заплатят за это. Ну это пипец, блин, там три хавососа, блин, сидело. Это опасно. Сколько уже попыток было? 6.
Это вам скажу я. Дело непростое. Так. Давай вместо этой фигни. А хотя, слушай, если что, подсветить надо будет. Пускай будет, да? За артефактами пока не ходим. Нет, слушай, она вместо ПДА, да? Не, ПДА у нас тут. Пока. Все, идем на бар. Давай, перекусим, короче. Заслужили. И он, типа, все равно еще не наелся, да? Это нормально, мы так проголодались тут. Даже пить не захотел. А, хавки у нас больше-то и нету. А хавки-то больше-то и нету. Ладно, фиг с ним, как говорится. Пойдем сдадим квест уже. Этот. Тяжелый. Потные, я не знаю. Такие же, как эти кровосиськи, блин. Такие же тяжелые, потные. Че, пацаны, модные костюмы у вас? Вы че, тиктокеры? Так, аномалия. Я че, сам не стал тиктокером? Не влетел в аномалию. Так, что, опять что ли музыка-то на всю ебашит? Да, опять музыка. Ты меня спиной увидел? Я что же, у тебя фонарик там саморезом к колбу прикручен. Или у тебя глаз прям в попе есть. Ох уж эти чернобыльские мутации, да? Я даже это комментировать не буду. Ой, мужик, мужик, подожди, мне тебе квест вообще сдавать? У кого и умер, кровоизлияние в мозг, остальные в реанимации. Не, не тебе. Ну, привет. Ну, ты мне хотя бы можешь капку подогнать и еду, да? Здорово. Здорово, здорово. Поздравляю, видали. Давай. Вода у меня есть. Похавать старый хлеб какой-нибудь. Вот. Вот так вот. Отлично. Так. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Два батона за раз. Вот кто-нибудь из вас смог бы съесть два батона за раз? Даже старого, я не знаю. И старого, мне кажется, еще более сложнее съесть два за раз. А ему нормально, он только наелся. Он там один заточил и, короче, такой... Чё-то я не наелся, надо еще. И навернул второй батон и такой... Ну все. Обожрался и вспотел. Давай. Сейчас посмотрим, сколько меня заплатит. Если что, боезапаса я, по-моему, слил, ну, тысяч на 5-6. Это вот минимум. Давай, удивляй. Я выполнил задание. 10 тысяч... 10 тысяч. Мне за кабанов и платей больше платили, блин. Ну ты, блин, нехороший ты человек, а? А чё с носом, блядь? Чё с носом, блядь? Чё с глазом, блядь? Бессмертный ты, блин. Хрен. 10 тысяч мне дал, прикиньте. Всего лишь 10 тысяч. Короче, такие задания я больше не беру, я не знаю. Ну, невыгодно. Ну, тупо невыгодно. А, тупо невыгодно. Здорово, здорово. Начальник у тебя хреновый. 10 тысяч. Два раза больше надо было, а не 10 тысяч. 10 тысяч. Да, что ты говоришь такое?
Непригодные. Давай, короче, сбегай их. Непригодные эти. Так, это, наверное, Багману лучше, да? Да, это лучше Багману. А к тебе зашел за боеприпасами, да? Определенно. За ними. Так. На это у меня есть, а вот на это у меня уже нету. Ну, давай вот эти 1650 стоит. Стальным сердечником, несмотря на сниженный урон мягким тканям, данный урон обладает повышенной пробивной силой. Ну, типа какие-то бронебойки, что ли. Все, давай, купили. Перезарядим скар. А то, знаете, эта вещь такая хорошая. О, нифига себе, он спать захотел. А где я тут могу найти место для сна? Место сна, где-то там. Где-то там. Эй, попей водички. Новых боев на арене нету? О, слушай, есть новые бои для арены. Давай, сейвик. Все, давай. Давай попробуем. Еще бабла подфармим немного. Три братка. Три братка — это хорошо. О, со мной еще тоже есть три пацана. Два пацана настроя. Братан, тебе все яйца отстрелило, ты стоишь на месте. И ты типа хочешь сказать, еще живой. Он все еще был живой. Ох. Давай, сколько мне дашь? 4000. Давай еще бои на арене. Давай я сохранюсь. Давай, я готов. Особенный бой. Особенный? Специально приглашенные гости из доблестного ОМОНа. Угу. Покажи им, чего ты стоишь. Сейчас покажу. А мне бокан дали, да? Вот это, блядь. Попасть не такие персонажи. Одному завалил. Да, и туда ему дорога. Так, ну хпшку подожгали у меня, подожгали. Но она вроде, не, хилится, хилится. То, что я тогда съел, вот оно сейчас дохилит. Все, нормасик. Живем. Давай, баблинский мой сюда, 6 тысяч. Сколько у меня теперь есть? 37 тысяч. 37 тысяч. О, есть еще один противник, давай. Давай. Преступление и наказание. Угу. Айда. Ой-о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 й. Слушайте, а давайте как в турецких сериалах, я не знаю, там вот на самом интересном месте, чтобы вам было интересно смотреть следующую серию, чтобы вы ее ждали обязательно. Вот. Короче, на этом моменте мы закончим. Все, всем спасибо, ребят. Спасибо за ваш фидбэк, лайки, подписки. Всех вас люблю, целую. Все. Всем пока.